Он умеет прокладывать дороги среди болот, выкорчевывать гигантские пни и при необходимости валить вековые сосны. Такой бульдозер единственный не только среди лесхозов, но и во всей Тамбовской области. В лесной сфере он просто незаменим. Михаил трудится на этом могучем тракторе всего месяц и не нарадуется. Бульдозер неприхотлив, а работать на нем легко. Чтобы управлять машиной, прошел специальный курс обучения. Может он все, абсолютно все. Он может делать дороги, он может валить деревья, также, как сказать, ну, елки, посадки, делать подпосадки. Какое же дерево он может свалить, например? Березу, сосну, если постараться. А какую сосну свалить? Ну, если постараться, можно сделать. Его стоимость 9 миллионов рублей. Весит он как тяжелый боевой истребитель – 19 тонн. Благодаря такой массе, мощному двигателю и хорошей управляемости бульдозер незаменим как грейдер на лесных дорогах. Ему не страшны завалы деревьев и другие препоны. Машина способна идти на пролом. Причем на ее прочности это никак не скажется. Долго думали, покупать его или не покупать, но потом, так, как говорится, проанализировали ситуацию и решили его купить. Почему? Потому что он нам необходим, как я уже сказал, на содержание дорог, вот 20 километров лесных, как говорится. Кроме того, у нас по государственному заданию 30 гектар, и это раскорчевка малоценных насаждений для того, чтобы их затем распахать и уже в следующем году посадить на них более ценные. Достаточно тихий, мощный и экономичный. Такие машины создают для нефтяников и газовиков. Но по заказу именно этот трактор выполнили в лесном формате. Пока он единственный в регионе, но, думаю, это ненадолго. Новую российскую специализированную технику уже высоко оценили. Так что скоро такие бульдозеры могут завивать лесные просторы нашей области. Дмитрий Шапкин, Станислав Попов, Александр Щеднов. Область новостей.